Третий трудовой семестр стартовал в Казанском университете, объединив почти 300 студентов разных возрастов и специальностей. Все подробности далее. Трудовой семестр в Казанском университете – это летний период, когда студенты на 2-3 месяца отправляются работать по 4 направлениям – вожатые, строители, проводники и сервисные отряды. У нас самое, скажем так, распространенное направление – это направление вожатых. У нас вожатые работают как в морских лагерях, так и в татарстанских лагерях. В морских лагерях – это Краснодарский край и Республика Крым. А в татарстанских лагерях они уезжают у нас в Нижнекамск работать. Сервисные направления в основном работают в Краснодарском крае и Крыму. А вот строители уезжают на север. Проводники ездят в Москву, Новороссийск, Анапу, Адлер и другие города. К слову, перед работой студенты проходят обучение с марта по май. У разных направлений свои школы. И вот сейчас уже у нас студенты сдают экзамены по своим направлениям, и 24 числа первые отряды уезжают в Краснодарский край в лагерь работать вожатыми. Отметим, что все еще продолжается набор на строительное направление для юношей, который продлится до середины июня. Подать заявку на участие, а также узнать подробную информацию, можно в группе студенческих отрядов КФУ во ВКонтакте. У нас у строителей обучения нет. Такого школы направления строительного нет. Их уже там командный состав, командир, комиссар и мастер, они сами сплочают ребят, сами проводят им инструктажи. И на месте, когда они приедут на объект, им проведут основные инструктажи и по технике безопасности, и по всем остальным. Обучение у них будет проходить на объекте. Студентов ожидает не только официальное трудоустройство, но и множество новых знакомств и впечатлений. Диана Шленкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.